Гордеевский район. Историческая судьба его связана с географическим положением. Издревле эти земли были предметом жестких территориальных споров между Россией, Литвой и Польшей и переходили из одних рук в другие. В XIV веке он принадлежал к Литовскому княжеству, но в 1503 году он переходит к Московскому государству. Спустя 115 лет он опять переходит в пользование Польши. И вот тогда один из знатных поляков решил построить здесь завод по производству поташа, белого зернистого порошка, который использовался для производства стекла и мыла. Когда началось освободительное народное восстание Украины против Польши, то победил народ. И Россия с Украиной воссоединились. А поляки все были изгнаны. В 1704 году гетман Мазепа издал указ, по которому стародубскому полковому писарю Гордею Насикевичу разрешалось устроить греблю на реке Поконка и на этой гребле построить мельницу. В соответствии с универсалом Гордей Насикевич поселил слободу, которая в народе стала называться его именем – Гордеева Будда. К концу 18 века у нас уже насчитывалось 50 дворов, а в 1897 уже 300 дворов и 2000 населения. Сейчас население района приближается к 11 тысячам. В его составе 7 поселений и больше 60 населенных пунктов. История Гордеевского района бережно хранится в предметах старины, документах и фотографиях. Мы находимся на границе Беларуси, России и Украины, и жизнь наша переплетена во всех предметах. Допустим, самовар нам подарен украинцами. Этот экспонат мы приобрели в этом году. Утюги очень интересны тем, что они собраны на самых границах, дальних деревнях. Музей действительно впечатляет своими старинными экспонатами. Здесь и прялки, и рушники, и чугунки, и самовары, пральники и многое-многое другое. Солярный круг – это символ солнца, и в Гордеевском районе существует поверье, что если женщина станет под этот круг и загадает желание, то оно обязательно исполнится. С каждым годом экспозиция комнаты крестьянского быта пополняется. Здесь часто проводятся экскурсии для школьников и гостей района. Здесь же, в культурно-досуговом центре, находится и другая выставка, на которой уже представлены современные экспонаты ручной работы. Иконы из бисера, вышивка, работы умельцев Брянской области и куклы из Белоруссии. Много лет уже мы дружим, у нас связи такие, поддерживаем. Ну и мы, значит, участвуем в мероприятиях Белоруссии, а они к нам приезжают в гости. Это и обменные концерты, и на праздники сел, ну и на различные творческие мероприятия. Ну и обмениваемся подарками. В Доме культуры работает 11 кружков – бисероплетение, рисование, сольное пение, вышивание, вокальные и хореографические ансамбли. Ты любовалась волжской волной, а я ж любовался только тобой. Я любовался, ох, любовался, я любовался только тобой. В отрасли здравоохранения Брянской области реализуется ряд крупномасштабных проектов. Среди них федеральная программа «Земский доктор». Согласно ей, выплату в размере 1 миллиона рублей в 2012-16 годах получили 220 человек. В 2017 году работа по привлечению молодых кадров в сельскую местность продолжается. Мы разработали мероприятия программные по привлечению квалифицированных врачебных кадров в район. Мы раньше обучали за счет средств местного бюджета специалистов своих. В настоящий момент работаем с учебными заведениями. У нас в 2015 году к нам переехала врач-окулист из соседней республики Беларусь. Мы ее обеспечили жильем, предоставили благоустроенную двухкомнатную квартиру. И вот она уже у нас как бы почти 2 года трудится. И думаю, что ей здесь у нас неплохо. В 2016 году к нам пришла наша местная девушка, молодой врач, рентгенолог.
Почти 10 лет Гордеевской центральной районной больнице приходилось обходиться без врача-рентгенолога. Это, конечно, создавало определенные трудности. Приходилось обращаться к специалистам Клинцовской центральной районной больницы. Написание отвозили в Клинце. Вот. У нас обычно машина в четверг везет все необходимые там анализы, документы на Клинце. Вот и получалось, мы четверг везем, следующий четверг мы их забираем. То есть неудобно, не сразу мы видели эти снимки, описание их, вернее. Приходилось снимки смотреть самим, вот, уйму времени. Ну, скажем так, хотя врач и должен разбираться в этом, но все-таки рентгенолог – это специалист узкий. И, естественно, он этот снимок опишет и оценит гораздо лучше, чем любой терапевт. Пациентов немало. За день приходилось делать около 30 снимков. Но теперь работа идет оперативнее. Людям не нужно ждать неделю, чтобы получить заключение рентгенолога. Мы очень довольны, потому что снимки описываются сразу же в этот день, делаются, описываются сразу же в этот день, то есть мы сразу же видим результат. Так? Значит, по отношению к больным человек очень внимательный, человек добросовестный. Вот, необходимо, если даже описать этот снимок вечером, ночью, больные поступают в разное время суток, так? Вот, всегда она опишет, всегда она приедет, посмотрит, опишет. Ирина Полинок признается, что довольна своей работой и своей новой квартирой, которую она смогла приобрести благодаря программе. Закончила я Курский государственный медицинский университет в 2016 году. Сразу пришла сюда работать. Я знала, что здесь нет врача-рентгенолога. Мне предложили, мне предоставили жилье. Это очень удобно. Недалеко от больницы. Федеральная программа «Земский доктор» продолжает свое действие в нашем регионе. Подъемные в размере миллиона рублей в этом году смогут получить больше двух десятков молодых специалистов. Успешно реализуется на территории Гордеевского района и программа по обеспечению жильем молодых семей. Мы ежегодно практически участвуем и уже обеспечили, наверное, у нас прошли 6 семей. В том числе в этом году нам выделена была субсидия на приобретение двум семьям жилья. Значит, мы вручили уже сертификаты одной многодетной семье и вторая семья, которая имеет одного ребенка. У Олеси двое детей. Этот дом они приобрели с мужем 2 года назад. Дом большой, просторный. Олеся признается, что даже и не мечтала о таком доме. Раньше семье приходилось жить у родителей. Помимо нас еще и брат был, жил с родителями. Двое детей. Сами понимаете, места мало. Поэтому пришлось покупать свой дом, свое жилье. Когда появился второй ребенок, семья получила сертификат и теперь смогла приобрести собственное жилье. Мы очень рады. У нас огромный дом. Дети очень довольны. Во-первых, им много простора. Дети заняты и на улице, и места очень много, и в доме. У каждого свои обязанности. Самое главное, говорит Олеся, это большая кухня и просторные комнаты. Именно о таком доме она и мечтала. Это детская. Ага. Дети сами выбирали. Дети, да? Сами сказали нам здесь. Она у нас более светлая. Если что, сами, можно... Да, мы планируем ее перегородить, но это когда уже будет побольше, вырастут. Для того, чтобы стать участником программы, возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет. И семью должны признать нуждающейся в улучшении жилищных условий. Чтобы молодые семьи не уезжали в другие города, а работали и оставались жить на своей малой родине, в Гордеевском районе делают все возможное. Наличие хорошего детского сада немаловажно для любой семьи. Этот детский сад – теремок, гордость района. В 2014 году завершилось строительство пристройки, и теперь сад может вместить 170 малышей. У нас название «Сказочный теремок», поэтому мы решили, чтобы это все было красиво, поэтому мы все делаем с душой, с интересом. Коллектив творческий, поэтому все идеи, которые есть, мы воплощаем в жизнь. Поэтому вот у нас был конкурс на лучшую площадку, и вот в 2016 году у нас, значит, площадки мы решили украсить. Работники детского сада творчески подошли не только к украшению площадок, но и детских групп. Сад восхищает своей красотой. Из простых вещей родители и воспитатели смогли сделать для детей настоящую сказку. Людмила родилась в Гордеевке и не намерена покидать свою малую родину. Здесь у нее семья, работа и теперь новая квартира. В прошлом году она получила жилье в новостройке в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы приехали,
посмотрели, не поверили своим глазам, очень были счастливы. Заехали, получается, посмотрели ремонт, индивидуальное отопление, вода, все удобства. Как-то особо не верили, конечно, что нам перепадет такое счастье, да еще и в новом доме. Когда увидели, уже поверили. В 2016 году Людмила получила новую квартиру с полной отделкой. В этом же доме жилье получили еще несколько семей по этой же программе. Начиная с 2014 года вообще построили, вот вы видели, значит, 12-квартирный жилой дом, который, в принципе, он заселен только в основном одними по программным этим всем, по программам 9 семей получили, это дети-сироты. Региональный закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям на территории Брянской области реализуется с 2012 года. За это время больше 3000 семей получили сертификаты. Гордеевский район полностью выполнил свои обязательства, обеспечив бесплатной землей 5 семей. Это помещение планируется прихожей, прихожей комнатой такой хорошей. Вот эта часть будет у нас ванная, туалет. Ну и здесь как бы кухня. Александр Косинок с удовольствием показывает нам дом, который он начал строить для своей семьи пару лет назад. Удобная планировка, просторные комнаты, вскоре будут проведены необходимые коммуникации. Все, что так необходимо для комфортной жизни многодетной семьи. Участок нам очень нравится, потому что он недалеко от всей структуры, вот электричество, газ, все рядом, дорога хорошая. Поэтому нас участок этот устроил. Эти 15 соток семья получила благодаря принятому несколько лет назад на территории региона закону о наделении многодетных семей бесплатной землей. Задумок по застройке этого участка у семьи очень много. Для начала закончить строительство дома, потом гараж, баня и давняя мечта – летняя кухня. Если к нам обращается такая семья за предоставлением земельного участка, мы сразу же в течение буквально там короткого периода времени, даже меньше месяца, рассматриваем и их обеспечиваем участком, обеспеченным всей полной инфраструктурой. Сейчас все силы и средства, рассказывает Зинаида Косинок, уходят на строительство дома. Но все это приятные заботы, говорит многодетная мама. Они с мужем очень довольны этим участком и со временем планируют построить все необходимое, а также посадить деревья, завести домашнюю птицу. Ну а как в деревне? В деревне только так. Держим поросят, коров. Очень нравится нам этот участок, потому что ровный он по сравнению, как показывают где-то. Нам и другие участки, конечно, показывали, но там были гораздо хуже участки. Ну, нам этот понравился, мы выбрали этот. Дорога здесь хорошая, все близко. Сложности с реализацией этого закона в Гордеевском районе не возникает. За последние 4 года 5 многодетных семей получили хорошие земельные участки со всеми необходимыми коммуникациями для строительства дома или ведения фермерского хозяйства. Сейчас в Гордеевском районе проживает почти 11 тысяч жителей, но с каждым годом эта цифра сокращается. Молодежь покидает район, уезжая в другие города. И во многом благодаря именно этим программам, которые помогают приобрести жилье, люди остаются на своей малой родине. Чтобы помочь тем, кто хочет вернуться на свою историческую родину, разработана государственная программа оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Исполнитель программы – служба по труду и занятости населения. Она помогает вновь прибывшим семьям обустроиться на новом месте. Благодаря программе оказания содействия добровольному переселению соотечественников в Брянскую область, начиная с 2014 года, переехали жить множество семей из Таджикистана, Молдовы, Армении, Казахстана и Украины. В Гордеевском районе, по данным за прошлый год, в программу вступили 28 человек. В основном это люди из юго-восточной Украины. Были предложены вакансии нашего района, а также вакансии других районов. Соответственно, эти люди выбирали рабочие места, и много человек, практически все соотечественники работают, практически все. Допустим, в нашем районе работают в коммунальном хозяйстве,
Девушке одной предложили вакансию главного бухгалтера управления сельского хозяйства, она там работает. Кто-то занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью. Галина Хомякова приехала в Гордеевку не так давно, в 2014 году вместе с сыном. Много лет она прожила в Луганской области. Причиной переезда, рассказывает она, стали боевые действия. Сложностей с жильем не возникло, в службе занятости помогли трудоустроиться. Пока Галина работает уборщицей, но она признается, что готова была на любую работу. Лишь бы только остаться в России. Сейчас с мужем и сыном они уже заново строят свое будущее. Боевые действия стали причиной переезда в Россию и Вероники Мороз. С мужем и двумя детьми она приехала в Гордеевку из Донецкой области. В России уже живут 3 года. Нет, у нас еще не было такой опасности. Только начали, как говорится, приезжать военные, техника и все тому подобное. Но и начали бомбить первый раз это Горловку, когда уже с самолета, вот, и ее 13-го, это помню, пятница была. И мы уехали в субботу, и все. И в воскресенье мы уже были в России. Пересекли границу. Сначала, как и многие, она думала, что только на время уедет из родного города. Скоро все закончится, они снова будут жить, как прежде. Но все сложилось иначе. И тем не менее, Вероника довольна. Сейчас, как бы, очень даже хорошо. Я работаю здесь, в Гордеевке. Муж в Брянске работает в самом городе. Старший ребенок в первый класс, уже во второй класс пошел здесь же. Девочка ходит в садик, все вполне устраивает для жизни и для детей очень даже хорошо. Программа по переселению соотечественников во многих районах Брянской области, в том числе и в Гордеевском, помогает решить кадровый вопрос. По данным службы занятости, сложностей с трудоустройством переселенцев не возникает, и в дальнейшем реализация программы будет продолжена.